Российские школьники, которые не смогли пройти испытания по ЕГЭ в прошлом году и выпускники этого года, не присутствовавшие на экзаменах по уважительной причине, проходили итоговую аттестацию в рамках дополнительного периода. В Ингушетии экзамены по русскому языку, химии, информатике сдавали около 300 учащихся. ЕГЭ прошел в двух пунктах. На одном из них побывал председатель правительства республики Абубакар Мальсагов. Премьер-министра в поездке сопровождали первый вице-премьер Аюпаздоев и министр образования и науки республики Милана Хасима. Министр образования Ингушетии сообщила, что экзамены прошли строго в соответствии с установленным порядком. ЕГЭ проходил под наблюдением членов правительственной комиссии и федеральных региональных общественных наблюдателей. За процессом сдачи экзамена в режиме онлайн следила комиссия ситуационного центра, расположенного в правительстве республики. Сюда, как и во время основного периода ЕГЭ, поступает видеосигнал из пунктов, задействованных для проведения сегодняшних испытаний. По информации, полученной в Минобразовании Ингушетии, в ходе ЕГЭ выявили факт наличия у одного из школьников сотового телефона, в результате чего выпускник был удален с экзамена.